Привет. Привет, друзья мои. Привет, привет, привет. Давайте сегодня немножко похвалюсь. Я вчера сыграл очень хорошо. Я вчера выиграл где-то около 2 боинов. Ну, это, конечно, не прям много, но это прям плюс. Да, и это хороший показатель с учетом того, что я играл 2 стола. Есть, конечно, я вижу, то есть те лики, которые мне, ну, не позволяют выигрывать больше. Ну, за счет того, что совершаю в игре большие ошибки. Ну и, в принципе, не добираю там, где можно добирать. Обязательно буду эти леки прорабатывать в пятницу, в субботу. У меня будет много времени в субботу. И зайки уезжают опять в деревню. И у меня освобождается свой день под занятия. Поэтому день пойдет непосредственно по развитию. Обязательно. Что еще? Потихоньку досматриваю вторую тренировку с Богартом. Все конспектирую себе. Да, буду пытаться перед тем, как сесть за стол, все это прочитывать. Информации очень много, но очень, конечно, тяжело усваиваться, потому что ее реально много. А навязать, да, тут нужна практика, практика. Без этого никуда. Из чего такого еще дополнительного рассказать вам интересного? На самом деле, пока вот честно, нечего рассказать. Потому что все пока идет прям вот ровно. Еще и нужно помнить домашние заполнения, которые обязательно делаются раз в неделю. Вот. Но это опять же буду делать ближе. Когда я это буду делать? Я буду, наверное, делать в пятницу либо завтра. Да. Но сегодня, кстати, что-нибудь поделать, да, во фрирол поиграть. И что такого? Что-то духи. Не знаю, видео большое не буду писать. Потому что полезного ничего сказать пока не могу вам. Все хорошо, на самом деле. Все прикольно, все интересно. Читайте, развивайтесь, не стойте на месте. Все придет. Нужно просто уметь ждать и работать. Давайте работать. Будем ждать. Свежая тренировка с Пилфом. Блин, вот, ребята. Ребята! Короче, сегодня на тренировочку. Вот, поэтому в 7 часов. Ой, да, в 7 часов 7 обязательно надо успеть, посмотреть, на какую тему будет послушать обязательно. Прям вот. Вот забыл самое главное. Все, ребят. Теперь все точно пока-пока. Завтра расскажу про тренировку более подробно. Пока.